то, как не боты в мессенджере Telegram позволяет облегчить нашу с вами жизнь. Сегодня я представляю вам свежую подборку, которая придется по вкусу всем любителям музыки, спорта, Телеграма и игр. Уверен, вы найдете в этой подборке что-то интересное для себя. Приветствую на канале Телеграмер. Незамедлительно приступаем. Кроме того, что я регулярно делаю подборки со всеразличными ресурсами здесь, на Ютубе, у нас в Телеграме, на канале Т9Грамм, мы тоже публикуем самые заметные боты и каналы мессенджера. Кроме того, оперативно сообщаем о событиях, связанных с Телеграмом. И, конечно же, не забываем о фишках и лайфхаках. Весь мир Телеграма в одном месте. Подписывайтесь на канал Т9Грамм. А первый в списке сегодня размещается бот InTeam спортивного направления. Таких еще не было в моих подборках. Робот решает все вопросы по организации спортивных мероприятий. Здесь вы сможете создать свою личную команду, контролировать сбор взносов и арендовать площадку. Тем более, пользователи InTeam получают 10% скидку на аренду полей кампус в России. К концу лета нам обещают еще и приложение и ряд новых функций – поиск судей, тренеров, игроков. Одним словом, целая экосистема для развития любительского спорта. Двигаемся дальше и обращаем внимание на займи-бот – займы, кредиты под 0%. Думаю, из названия робота понятна его главная задача – дать своему пользователю возможность получить займ на конкретные нужды. Для этого достаточно лишь нажать «Старт», выбрать страну получения займа, а затем либо просмотреть популярные предложения, либо воспользоваться мастером подбора займов. В боте только легальные МФО с лицензией центробанков, и это абсолютно безопасно. А если возникают какие-либо трудности, жмите по кнопке «Помощь» и получайте ответы на все вопросы. Размышляйте над тем, как начать монетизировать свои старания в Телеграме. Здесь на помощь придет AdMakerBot – конструктор ботов, с помощью которого можно управлять платными подписками на канал или чат. После старта робот предложит создать разного типа боты, для каждого из которых можно настроить тарифы и способы оплаты, собирать статистику, запускать рассылки и многое другое. К тому же AdMakerBot предлагает дополнительные фишки – бот для автопостинга и бот-магазин для продажи электронных товаров. Единое решение для ваших многих задач. Еще один идеальный помощник для админов телеграм-каналов – это бот от сервиса Telegain по продаже и покупке рекламы, о котором, кстати, я подробно рассказывал в отдельном обзоре на канале. Бот Telega Hot Deals будет предлагать вам горящие предложения по размещению рекламы в других каналах. Достаточно лишь запустить бота, выбрать тематики, откуда вы хотите получать предложения, указать диапазон цены за покупку рекламы и ожидать появления самых выгодных вариантов. Все просто и надежно. И второй полезный бот от сервиса Telegain – это Telega Notifications. Этот бот создан для тех, кто продает или покупает рекламу через биржу Telega.in. Запустив робота, вы будете получать уведомления о поступлении новых заказов или уведомления о выполнении ваших заказов прямо в Telegram, что намного облегчит вашу работу и сфокусирует вас на создании качественного контента. Как видите, Telegain с каждым днем только улучшает свой сервис и делает вашу работу еще удобней. Через 20 секунд мы обязательно продолжим, но сейчас хочу напомнить, что ваша подписка на канал – главная поддержка в создании новых видео. Включайте уведомления на все ролики и будьте в курсе последних новостей из мира Телеграма и других соцсетей. Постбот – незаменимый помощник для администраторов телеграм-каналов. И если мне не изменяет память, то один из первых известных ботов для автопостинга. После запуска робот поможет с легкостью создать красивые посты с текстом, картинкой, GIF-анимациями, видео и кнопками. Кроме того, все эти посты бот позволяет сохранять у себя в избранном. А если вдруг возникают проблемы при создании идеальной публикации, у робота имеется подробная инструкция, так что вы точно со всем разберетесь. Теперь поговорим немного об азарте. Игровой бот Скруджа – это робот, который позволяет испытывать свою удачу и даже сорвать джекпот. Для этого достаточно лишь пополнить свой баланс, выбрать подходящую игру, например, кости, или создать свою собственную и дождаться победы. Играть можно как на виртуальные фишки, которые уже есть на счету, так и на реальные деньги. Все зависит от ваших желаний. Remind Me – бот, который предлагает ввести напоминание своими словами. После запуска определите ваш часовой пояс для робота, а затем достаточно просто ввести напоминания с временем и днем, когда нужно прислать уведомления. Причем бот понимает даже такие понятия, как завтра, послезавтра и даже в субботу вечером. В последнем случае робот выберет ближайшую субботу, определив автоматически вечернее время, сообщит о готовности напоминания.
PicturesBot. Это максимально простой в своем использовании робот для получения красивых картинок на рабочие столы ваших смартфонов и компьютеров. Нужно лишь выбрать девайс, картинку для которого вы хотите получить, и нажимая по кнопке Next, выбрать самую привлекательную. Все изображения доступны в хорошем качестве, так что вы определенно отыщете для себя что-то симпатичное. Вы же не забыли? На канале Т9Грамм все про Телеграм. Мы рассказываем обо всем, что касается лучшего в мире мессенджера. Новости, лайфхаки, подборки ботов и каналов. Я настоятельно рекомендую подписаться за свежую подборку. Отблагодарить меня тоже очень просто. Поставьте палец вверх на этом ролике. Это канал Телеграммер. Подписывайся и будь на волне тренда.